Наконец-то! Свершилось! Ура! Поздравляю! Именно эти слова я хотел сказать всем тем людям, которые ожидают приезда в Чехию. Привет всем! Вы на канале Maros Life, и сегодня обсуждаем главную новость недели – увеличение квот по шенгенской визе в Чехию. Итак, новость есть на сайте Генерального посольства Чехии в Украине, города Киев. Ссылочку, как всегда, оставляю под видео в описании, чтобы полностью ознакомиться тем людям, кто хочет почитать более подробно. Итак, ребята, реєстрація для подання документів на короткострокову робочу візу на період з 21 вересня по 2 жовтня 2020 року буде відкрита 17 вересня о 10.00 за українським часом. Тобто вона вже відкрита. З 21 вересня 2020 року змінюється кількість місць до 300 щоденно на подання документів на короткострокову візу з метою працевлаштування або сезонного працевлаштування. Тобто, по сравнению з тим, що було 100 заявок, все-таки увеличивается квота до 300 ежедневно. І так, буде Київ 150 заявок, Харків 60, Дніпро 60 і Одеса 30. Реєстрація відбуватиметься на підставі індивідуально надісланого запиту для кожного заявника окремо на електронну адресу візового центру. Поданий запит повинен відповідати таким вимогам. У своєму електронному листі ви повинні вказати ім'я та прізвище заявника, дата народження, номер проїзного документа, це закордонний паспорт, номер телефону заявника, місто подання, виберіть один із зазначених вище візових центрів, тобто місто, в якому буде подаватися ця заява. Мета подорожі, це або працевлаштування, або сезонна зайнятість. Відсканована біо-сторінка паспорта заявника та дозволу на роботу лише у форматі PDF. Інші типи формату не приймаються. Ось тут, ребят, хочу остановитися більш подробно. Задача ваша следующая. Нужно податься с первого раза. Сделать все аккуратно, правильно, без всяких ошибок. Если просят файл PDF и отсканированный, то сделайте, пожалуйста, PDF и отсканируйте. То есть не нужно там ни BMP, ни JPEG, ни фотографии с телефона, ничего. Потому что шанс только один, и им нужно воспользоваться. Уже был опыт регистрации по другим визам, на воссоединение семьи, и где ребята тоже фотографировали свои свидетельства о рождении и другие документы, их просто не принимали. Зверніть увагу, що якщо вище зазначені вимоги не будуть дотримані, ваша заявка не буде оброблена. Після обробки вашої заявки ви отримаєте підтвердження реєстрації на свою електронну адресу. Просимо вас надіслати заяву поштою індивідуально та лише один раз. Повторювані запити не оброблятимуться. Обробка заяви займає до 2 робочих днів. Місця будуть розподілятися строго за порядком отримання запитів на електронну пошту. Електронні листи, отримані після заповнення квоти, не оброблятимуться. Такі заявники будуть проінформовані про те, що їм доведеться знову надіслати запит на реєстрацію, коли відкриється наступний період реєстрації. У разі неявки заявника закінчуються заплановані дата та час – і необхідна нова реєстрація. Заплановану дату та час змінити не можна. Запит на зміну дати та часу подання не буде оброблений. Тобто, що це все значить? У вас реально один шанс зробити цю заявочку, написати на цей сайт, я сподіваюся, цей сайт не буде лагати, як предыдущая версія. Зробити потрібно те, що потребує чітко під кожним пунктом, зробити цей формат PDF, відправити з одної почти один раз і чекати підтвердження. Если с первого раза у вас что-то не получилось и вы не получили никакого подтверждения, то с этой почты больше отсылать ничего не нужно. У кого это все получится, отписывайтесь обязательно в комментариях, будет очень интересно. Вот такая вот новость, которую я хотел с вами поделиться. Я думаю, она заслуживает очень хорошего, жирного лайка. Вот. Кстати, по поводу этого, ребят, хотелось бы более подробно вам тоже чуть-чуть проговорить такие моменты, чтобы не жалели ставить лайки. Потому что чем больше лайков вы поставите, тем больше людей сможет посмотреть это видео, потому что это такие обычные алгоритмы YouTube, которые работают на данный момент. Также не забывайте писать комментарии. Если вам нечего писать, можете просто поставить какой-то плюсик, крестик. Это тоже работает для продвижения этого видео. Обязательно поделитесь этим видео. Кто не знает, как делиться видео, то под каждым видео есть кнопочка «Поделиться» как на телефоне, так и на компьютере.
Нажимайте «Делитесь» в соцсетях, в Фейсбуке, Телеграме, Вайбере. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал, включать колокольчик, подключаться на уведомления и быть первыми в курсе всех событий. Ну и напоследок расскажу вам о новостях, которые происходят сейчас в Чехии. В Чехии с каждым днем идет все выше заражаемость коронавирусом. Всех людей заставляют ходить в масках во всех общественных местах, в транспорте, в метро. Не все, конечно, придерживаются этих правил, не все люди хотят ходить в масках. Как раз сейчас вам покажу одно видео, что делают с такими людьми, которые не хотят ходить в масках. Смотрим. Конфликт произошел на перроне станции метро Флоренс. Патруль призвал надеть человека маску или покинуть метро. Мужчина никак не отреагировал и сел на скамейку среди других пассажиров, которые были категорически против этого. Полицейские 5 минут уговаривали мужчину надеть маску, но мужчина не реагировал ни на какие уговоры и со временем начал агрессивно жестикулировать. В тот момент, когда он начал усиливать свою агрессию, пришлось использовать средства принуждения в виде захвата. В конце концов были также надеты наручники. Патруль доставил мужчину в отделение полиции, и правонарушение будет рассмотрено административным органом. Так что вот такие вот события происходят сейчас в Чехии. Кто не хочет ходить в масках, попадается на полицию, одевают наручники. Сначала выносят предупреждение. Если не поддается этому предупреждению, то надевают наручники. Ну а за этим следует и административная ответственность. Вот на такой ноте заканчиваем наш выпуск. По приезду обязательно одевайте маски во всех общественных местах, в аэропортах, в автобусах, в магазинах. Ну а я буду на этом заканчивать. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.